Итак, мы наконец-то собрались. Я доехал до ребят. Сегодня мы играем. Я привез свой PlayStation 3. Видно вот там. И купил я наконец-то очень клевую игру под названием GTA 5. Сегодня в гостях у дяди Вани, у дяди Гены. Ваня приготовил офигенную... Что? Короче, какую-то еду. И вот сейчас мы будем смотреть GTA первое впечатление. Вау. Первое впечатление после целой ночи игры, да? Ну я прошел из комиссии даже. Ну, у самого с первым впечатлением. У нас первое впечатление, мы сейчас лишаемся девственности. Скажем, происходит своеобразная дефлорация нас. Да, у них, кстати, установить не получилось. Это жирный джиги. Ну выходи на улицу. Это что-то CG реально, что ли? Это как с четвертой части? Как Сан Андреас. Ну, опа. Не, не. А, я чуть-чуть. Он играет, кстати, первый раз, Гена, и... Оу, е. И у них Xbox, они купили пиратку, она у них не установилась. Идите бейте проституток сразу. Так, это с кулака, короче. В гараже стоит машина. Сейчас, подожди, это я бегаю. На! О-о-о-о! Эй, иди сюда, ё-моё! Нена! На видео пишу. Нена! Козлина, блядь, мазафака, ё-ё-ё! Как бы это назвать, это старая закалка. Выходишь, не бежишь себе. Никто из нас, наверное, вряд ли играл какой-нибудь на GTA на прохождение. Мы выходили. О, Ауди, что ли? Ну, на подарок. Что, он прыгает? На квадрат. Ага, на квадрат. Отпрыгнули, еле перелез. Жирный кусок гам. Просто на треугольник залазил. Пухлый. А че такое график? Вообще на Мазерате. А? А не, не, не. На треугольник. С ноги, блин. А это вообще какой-то... Не думал, просто. Дольше, блядь. Йо-йо, бичес! Мне все нравится. Честно говоря, пока не понял, но машину так по-настоящему не носит, наверное. Но не будем надеяться на реальность. Вообще прикольно. Негритянский чудо-рэп. На бросить налево, вот это начать станции. Не-не-не, ништяк. Слушай, это же, блин, как встретить Сан-Андреаса, вот эта вот железная дорога, чем мы поедем за паровозом. Зачем? Просто прикольно. Или нет? Не знаю, я просто поехал. Это вообще на Мустанг какой-то смахивает. На Додж. Ну или на Додж. Вообще, наверное, есть Додж. Я не знаю, что происходит. Давайте устроим какой-нибудь конкурс. Узнайте модель машины. Пишите нам. Мазафака! Свали нахер отсюда! Что там это? Не сюда на! Куча дерьма, блин! Ну, по графику очень похоже на чертами, да? Вообще похоже. Но сам мир, конечно, гигантский. Я пока не понял, но я просто кого-то переехал много раз. Каких-то мужчин, которые, в общем-то... Так, мужчина, не-не, вы мужчина, стойте. Ста-те-те-те-те-те. Я смотрю, у вас нормальная машинка. Здравствуйте, сэр. Прекрасный вечер. Видите, пожалуйста, здесь машины. Здравствуйте, на цветах. Так, тут что, стрелять можно еще? Это просто... А, кстати, я когда смотрел трейлер, думал, откуда так умело кто-то стреляет. На самом деле, цель самонаводящаяся. Ага. Нажимаешь... Просто кто впереди едет, того и... Воу! Это я зачем же так сделал? Смотри, какой гангстер ты, он еще. Полиция еще. Не, я не понял, но я вижу, что меня какие-то свиньи стреляют. Ой, двери, кстати, прикольно сносят. Разрушение сделали очень хорошо. Всегда очень неклево играть чужим персонажем. Там большой минус, потому что ты просто, ну, обычно просто ездишь куда-то. А когда как бы садишься сам играть, раз и сразу. Понятно. Скажи про графику. Что тут про графику рассказать, если это ночь, ни хера не видно, что про нее говорить. Что будет светать? Красиво отражается, огни, панорама, милиция. Полиция. Их не протестовали.
Чё? Акцитации не было. Едем направо. Чёрт, кто из Ваня приготовил? Рис и курица. Рис и кебаб. Очень необразный. Я голодный. О, бичес. Да чё вы в натуре творите, ребят? Сейчас меня похоже словят. Или я словлю парня. Делаем задний ход. Убегаем. Да я сейчас его на... А, нет, все-таки я умер. Да. Уэйст. Все, меня словили. У них-то Xbox стоит, он 360. Купили пиратку, и у вас не установился, наверное, да? Она установилась. Это, она... это нехорошие дяди, потому что они покупают пиратские диски. И... А, нет. Это долбоёб пожаристый. Да нет. Я просто уважаю разработчиков. Вот пиратский GTA на Xbox. Я завтра получу нормальный диск, будет everything will be alright, как говорится. Сразу не профессионал. И, кстати, дневной свет очень клёво тоже. Всё. Ага. Там вообще как солнце втирать. Ну. Не, графика не сейчас. В принципе, я может... На нолик назад, на убей телефон. У-ху-ху-ху, Шеви! Кстати, тачки очень круто сделали, да, свежие? Чуть джип не взял. На каком-то говнокале ездил. Скорость там, да? Сразу вина Гера давно не возил, а вин там плохо. Да. Охуенно, ты сдаешь назад. Ваня паркуется как баба. Господи. Парализованный. Смотри, какая зада меня. Я вижу, он к столба этого все проехать не может. Сзади березы. Застрял. А потом, собственно, вот эти вот видосы в интернете, когда машина запаркована так вот. Ты тушь как? Ой, Приус. Приус, да. Бежать на Х зажимать. Треугольник. Да здравствует Италия! В нос он залепил. Да-да-да-да. Я жил на Ямайке, где красные майки. Видел их проект? Эскалейдо. Ты на голову упал. Как это вообще может быть? Сейчас еще поезд поедет, чувак. Ты умрешь. Конечно, не Xbox-овский джойстик. Че, ничего, но вот кажется, что Xbox-овский он поприятнее. Ну, это первое впечатление, но знаешь, в чем фишка? В плане вот тут. Тут даже вот эти кнопки, треугольные клавиши, они аналоговые. Когда играешь в Gran Turismo, нажимаешь так, потихонечку крестик, он медленный, нажимаешь сильнее на крестик. А, и разбавляешь, сколько? Забита. Еще у меня кухня. Здоровьем пожелаем, скажем. Ребята. Тебе надо в спортзальчик сходить, слышишь, жиробас, блин. Я бегаю, ты видишь? Ты плохо бегаешь, если у тебя жопа вон шире плеч, блин. Нормально. Но, реально. Только как в этом в третьем Сан-Андреасе пошел, качнул сало, блин, все. Все это куешь, понимаешь? Да, 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 и все, вышел через пять. Тебе бьет реально, знаешь, так. Жирного вдохает. А где деньги? Денег нет. Чё мы это, ваш? Чё? Сейчас там еще двое подтягиваются на жизнь. Да? Он 16 баксов забрал. Уже такие мафиози, я считаю, толпой. Давай, давай, Иваш, бомбил! Dirty Monk против Джей-Зи. Джей-Зи толстый был. Вообще на Джей-Зи похож. Все, давай, ходу, ходу, ходу. Пожарная приехала. А, нет. Как ты сесть? На треугол. Два мужики напротив. С дробовика вышел, начал лупить сразу же. Иди, иди. Блин, чувак, не на треугольник. Опять на треугольник, господи. Газ ошибка.
Как же я люблю падать на крышу! В джунглях нас не учили ничему. Господи, вот дебил! Всегда перечняк, смотри. Куда ты едешь? Не сюда, да. Да давай, давай. Он бежал. Жирное очко. Слышь, тут очень клево все отражения прорисованы. Как сигнал? Вот так, да зачем тебе сигналить? Ты просто едешь. Просто вот так. Красный! Вперед! Ну, надо больше. Оу, е! Зачем? Просто так получилось! Машина большая. Я до этого играл себе с докс, поэтому я еду слева. Среди, да. Хорошее оправдание. Тебе можно выезжать в России. Я играл Sleeping Dog, поэтому я тут понимаю. Ничего не знаю, ничего. Коляска разлетается. Извините. Я их Голландия, которая плюс. Да. А ведь день. Все, полмира слева едет. Резко, поворачивай. А мне нравится поиск кабинет. Чувак, я первую жизнь сижу за PlayStation. Вот. Декларация, да? Декларация. Полный взор. Я фраза. А тут ты, блядь, в Xbox показываешь, что за игры, блядь, на джойстике. Просто бог джойстика. Вообще не играю в Xbox. Смотри, волны, смотри, какая соль вон на этом, на море. Если о России думаю, смотрю на Владивосток, да? Ну что тебя вообще сейчас ловить будут? Три вода вообще, капец. Вода вообще потрясающая. Капец просто. Давай, давай! Кстати, можно нырять, ныряй. Ну? Ну, прыгай, что ты боишься? Jump it! Давай, раз, два. Jump it down to the water! О, смотри. Вот, мне кажется, ты тонешь. Жир, плыви наверх. Какая вода? Жирный вверх плыви. Как? Ну, блядь, чувак, ну, наверное, вот так же. Я думаю, на... Я вижу, на наверх плыви, сейчас утонешь, блядь. Господи, ты же толстый водолаз, блядь. Ты вот, если тебе не подсказывать, ты даже в машине умрёшь. Просто возьмёшь и умрёшь. А тут пришел на пикс, поплавал в мазутных пятнах, и все. Ой. Ого. 747, да? Какая здоровая сила. Бам, сел. Чай будет. Другой сравнивай. Жмадный. Я столько стреляю. Жирный джизи бежит просто по взлетному полю. Вообще помню, на все. В спине три пули. В руке он четыре. Ну, заблока разбивали, все хуйня. Разбить. Ну да, это, конечно, тоже забавная тема. Ну давай, 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 давай. Сидишь ты так на высоте 10 тысяч метров, жарко. Давай, стал. Опять в дверь. Подтолкнули тебя немножечко. Так, мне нужно, чтобы мне больно. Мне надо какой-нибудь перекрасить, вон, лети на перекрасить самолет. Наверх идти, куда ты? В самый верх идти просто. Я пытаюсь... Бочку сделать. Чтобы не догнали. Сейчас могу? В Сан-Андреасе постоянно залазил на небоскреб. Там всего можно было с парашютом прыгать. Да что ж такое? Слушай, ты как город красивый. Ну тут... Два варианта. Либо ты... Спасите, строят, видишь? Либо ты сможешь, либо нет. Так. Можно будет выпрыгнуть. Тут какой упертый вертолет. Тут тоже, в общем-то, неплохо. Блин. Ну, в конце концов, выбрался вот с друзьями. Как мы и мечтали. С друзьями на природе. С друзьями на природе. Вот раз и по птичкам. Где птичка? Антош, разбей костер. Птичек нет. Чтобы была реальность. Включи газ. А друзья еще один коллег? Слева.